В этом году я заметил, что в новогодние праздники, где-то день на третий, на пятый, у всех разглаживаются лица. Становятся такие прямо без морщинок, такие прямо округлые и гладкие контуры тела. Злопыхатели, конечно, скажут, что это связано с тем, что просто у всех опухли физиономии после избыточных возлияний, но я верю, что именно те продукты и тот образ жизни, который мы ведем в новогодние праздники, апельсины, холодец, танцы, приводят нас к тому, что мы вырабатываем большее количество коллагена. И если убрать отрицательные последствия возлияний и добавить это в регулярную жизнь, увеличение количества коллагена сделает вас здоровее, счастливее и красивее. Так хочется быть красивой! Я бы тогда за всех обманутых девчат отомстила. Здравствуйте, я Станислав Черноног, и я расскажу вам главные мифы о коллагене и дам вам суперпростые эффективные способы насытить организм коллагеном, сделать вашу кожу снова подтянутой и эластичной. Коллаген – это одно из самых главных веществ в нашей жизни. Если мы посмотрим на содержание коллагена среди всех белков нашего организма, то выяснится, что его концентрация от 25 до 40% по разным оценкам. Это самое распространенное вещество в нашем организме, за исключением воды. В тот момент, когда появился коллаген, царство животных отделилось от бактерий, архей и растений и грибов. То есть коллаген есть только у животных. Коллаген – это вещество, которое обеспечивает прочность клеточной мембраны, а также внутренние структуры клетки. То есть, чтобы ваши клетки, вашего организма имели структуру, очень важно, чтобы у них было достаточное количество правильно собранного коллагена. Если у нас с вами коллаген неправильный или его недостаточно, это приводит к тому, что у нас начинают обвисать кожные покровы. Это приводит к тому, что у нас травмируются мышцы и связки. Это приводит к тому, что у нас ухудшается качество ногтей и волос. И вообще возрастные изменения идут гораздо более стремительно. А наоборот, когда у нас коллагена достаточное количество, мы выглядим существенно более молодо. Ах, боярыня красотою лепа, червлена губами, бровми союзна. Коллаген является самым важным веществом с точки зрения массажа, потому что именно правильная массажная работа стимулирует адекватную выработку коллагена в правильных местах. Так, например, мы замещаем неправильный коллаген в рубцах на правильный коллаген для того, чтобы кожа была гладкой и ровной. Сегодня очень модно принимать коллаген вовнутрь. Реклама заставляет нас покупать коллаген разных производителей, употреблять его для красивой молодой кожи. Нам говорят, что когда у нас снижение эластичности и обвисание кожи, появление ранних морщин, плохое состояние волос и ногтей, проблемы с суставами, то нам надо пойти в магазин или на какой-нибудь сайт и купить там баночку с коллагеном. Но совсем не обязательно тратить деньги. Можно выглядеть молодо и красиво, используя простые домашние рецепты. Что нам говорят продавцы коллагена сейчас? Они говорят, что коллаген очень важен, это правда, что концентрация коллагена снижается с возрастом. Коллаген – это какое-то особенное вещество, которое срочно надо восполнять в нашем организме, потому что наш организм его не вырабатывает. Это неправда. И что для того, чтобы пополнить концентрацию коллагена, надо покупать препараты и принимать их всю жизнь. Штука здесь в том, что коллаген – это одно из самых распространенных веществ в нашем организме. Если у нас правильно работает пищеварительная система, то мы его через животную пищу расщепляем на единичные элементы. Можем его при помощи нормально работающего кровотока и всасывания внутри кишечника доставить до нужных мест и там собрать в цельные, красивые, функциональные молекулы коллагена. Что может пойти не так? Первая история. Мы не потребляем достаточного количества коллагена. Во-вторых, мы не можем его переварить. В-третьих, мы не можем его всосать через стенку кишечника. Мы не можем его доставить до правильных мест. У нас с вами не хватает кислорода для того, чтобы собрать молекулы. И мы не даем нашему телу правильной нагрузки, чтобы тело собирало коллаген в правильных местах и ориентировало его продолговатые молекулы в правильном направлении. Давайте разбираться и вспомним про мандарины и холодец.
Здесь история заключается в том, что больше всего коллагена располагается в том, что образует желе. Условно говоря, связки, сухожилия, хрящи и кости содержат большое количество коллагена. Здесь надо помнить, что внутри молекул коллагена содержатся незаменимые аминокислоты, которые не вырабатываются нашими организмами, которые при интенсивном термическом или химическом воздействии распадаются. И наше тело недополучает этих веществ. Поэтому, когда мы готовим что-то, что содержит коллаген, лучше всего, когда мы тушим или вывариваем на медленном огне. Если по результатам того, что вы приготовили, у вас формируется желе, то это означает, что вы правильно извлекли коллаген из пищи. Вторая история заключается в том, что у нас очень важно, чтобы было нормальное состояние пищеварительной системы, чтобы, например, в желудке выделялось достаточное количество кислоты и пепсина, которая расщепляет коллаген на единичные элементы. Соответственно, если мы, например, запиваем нашу еду чаем, после еды, то мы снижаем концентрацию и соляной кислоты, и пепсина, и переваривание пищи, если мы едим неправильно, существенно ухудшается. Желательно, чтобы мы ели коллаген на пустой желудок и не заедали, не запивали его ничем. То есть кушайте мясо с овощами изолированно, без жидкости. Вторая история заключается в том, что единичные элементы коллагена должны пройти сквозь стенку кишечника. Для этого кишечник не должен быть воспален. Если есть минимальная болезнь при надавливании в кишечник, знаете, что есть там где-то воспаление, которое препятствует нормальному прохождению правильных веществ в нашу кровь. Следующая история с коллагеном может быть связана с тем, что у нас недостаточное кровообращение в ключевых регионах нашего тела. Если у нас есть напряжение, если у нас есть спазмы внутри нашего организма, то кровь и межклеточная жидкость не может проникать в правильные места, и просто питательные вещества не доходят до нашей кожи, до нашей кутикулы, до наших фолликулов волос, которые растят, и до массы мест в нашем организме, да, не проникают питательные вещества. Кроме того, стоит помнить, что в огромном количестве случаев у нас существует отек. А этот отек является нарушением оттока лимфы. А когда у нас нарушен отток лимфы, то у нас раздутые ткани просто не пускают внутрь себя правильные питательные вещества. Поэтому, если где-то есть отек, то там будут проблемы с коллагеном. Я хочу вам напомнить, что мы об этом вам рассказываем как массажисты. Мы можем помочь нашему подопечному или себе, если при болезни в кишечнике мы будем правильно работать с кишечником, мануальными техниками, снимая воспаление. Это возможно. Кроме того, если где-то в теле есть спазм, то мы этот спазм можем расслабить и таким образом способствовать, чтобы кровь дошла до правильных мест. Если есть отеки, мы эти отеки можем убрать и таким образом освободить пространство внутри ткани, для того, чтобы наконец-то дошли правильные питательные вещества. Следующая стадия, когда у нас коллаген должен собираться внутри ткани. Здесь очень важно знать, что коллаген просто катастрофически нуждается в наличии достаточного количества кислорода для химической сборки своих сложных функциональных молекул. Если у нас с вами есть недостаток кислорода, то есть если мы не гуляем, если мы лежим пластом, если у нас мышцы не сокращаются, это приводит к тому, что в тканях просто недостаточно кислорода. Ну, то есть кислород тратится на жизнедеятельность, на обмен веществ и все такое. А на выстраивание структурных элементов кислород экономится, потому что это не является срочной необходимостью. Нету потребности в выстраивании упругой кожи, потому что нету физической нагрузки на кожу. И организм расходует кислород просто по остаточному принципу. Соответственно, в тот момент, когда мы обеспечиваем питание тканей, выработка коллагена существенно улучшается. И, наконец, нам очень важно, чтобы мы обеспечили правильную биомеханическую нагрузку на ткани, чтобы рецепторы внутри тканей стимулировали выработку коллагена
в правильном направлении и в правильных местах. И опять же, мы это можем сделать при помощи массажа, когда мы оказываем на тело нашего подопечного или свое тело мануальное воздействие, которое приводит к раздражению рецепторов, которые будут стимулировать наши клетки вырабатывать коллаген. Так вернемся же к Новому году и вернемся к тому, почему иногда то, что мы делаем в Новый год, очень полезно для нашего коллагена. Во-первых, во время новогодних праздников мы потребляем большое количество белков. Причем, как правило, потребляются именно животные белки. Нам, как правило, очень плохо подходят растительные белки. Я наблюдал множество своих клиентов, которые сидят на вегетарианской диете, занимаются йогой, и у них почти у всех недостаток тонуса кожи. Они говорят, что они потребляют бобовые, они потребляют бог знает что, но факт остается фактом. Как правило, у людей, которые не потребляют животной пищи, у них существенно хуже состояние кожи и недостаточно коллагена. Соответственно, когда мы едим холодец, колбасу, какие-нибудь, я не знаю, мясные блюда, то мы насыщаем наш организм коллагеном. Очень здорово, что во время новогодних праздников мы потребляем большое количество цитрусовых, потому что витамин С является категорически необходимым элементом для того, чтобы у нас был правильный процесс выработки коллагена внутри нашего организма. Кроме того, мы снижаем уровень стресса в новогодние праздники. Мы спим, мы встречаемся с друзьями, мы гуляем, потому что нечего делать. И, соответственно, снижение стресса снимает нам воспалительные процессы и снимает нам напряжение в мускулах, что позволяет питательным веществам дойти до ключевых регионов нашего тела. Кроме того, шуточные потасовки, езда с горок, падение – это все, что стимулирует наш организм к тому, чтобы он понимал, что есть внешняя нагрузка, и телу надо быть плотным и целостным, то есть вырабатывать побольше коллагена. Именно это запускает правильные механизмы тонуса в нашем теле. Друзья, вот мы позвали модель, и, соответственно, я вижу у модели очевидные проблемы по коллагену. Во-первых, например, смотрите, вот здесь вот недостаточно тонуса в структурах. Почему нету тонуса? Потому что вот здесь вот есть отек, а этот отек не дает правильным питательным веществам дойти до поверхности кожи и, соответственно, не дает продуктам распада уйти. Соответственно, у нас есть недостаток кислорода, и вот, соответственно, тонуса не хватает. А вот здесь вот, посмотрите, вот здесь вот прям тоже такой отек, и кожа шелушится, пергаментная кожа. Это означает, что коллагена просто катастрофически не хватает. И самое, с одной стороны, печальное, а с другой стороны, радостное. Печальное в том, что вообще такое состояние не является обязательным. Его можно избежать, а люди живут в состоянии недостаточного коллагена в своих тканях. А радостная новость, что если вы будете нормально работать со своими тканями, будете работать... Вот, вот смотрите, вот у нас проблемы с пищеварительной системой, видите? Побаливает, напряжение, в тонком кишечнике напряжение. Если это напряжение не убрать, то вот питательные вещества, которые вы, мой друг, потребляете с едой, они лишь до некоторой степени усваиваются вашим организмом и, как следствие, не доходят до кожи. Соответственно, вот это вот возрастные изменения, которые мы считаем неизбежными, они такими не являются. Надо просто наладить функционирование организма. Еще одна история. Переворачивайтесь на животик. Вот смотрите, вот у нас вот здесь вот есть места прикрепления больших ягодичных мышц. Да? Болезненно? Да. Вы ведь скажете, если будет многовато? И вот, они очень важные для нашего функционирования, но здесь, когда мы говорим про коллаген, важно, чтобы здесь не было воспаления в местах прикрепления и чтобы у нас была правильно ориентирована нагрузка. Из-за того, что здесь есть множественные воспаления, коллаген нормально не вырабатывается, мышцы получают огромное количество микроскопических разрывов. Здесь вместо того, чтобы формировалось правильное направление роста коллагеновых волокон, здесь происходит хаотическое выстраивание фиброзного коллагена, который формирует неправильную форму большой ягодичной мышцы. Поэтому для того, чтобы форма тела была правильной, нам необходимо задавать правильные направления роста молекул. Вот я воздействую от
большого вертела бедренной кости от илиотибиального тракта я иду и стимулирую рост волокон именно в этом направлении, по направлению к подвздошной кости и крестцу и вот этим вот структурам. Если вы хотите, чтобы ваша кожа хорошо себя чувствовала, была красивой, выполняйте движения в правильных направлениях, работайте с кишечником и давайте нагрузку на кожу через прохлопывание, прочесывание, а также вибрацию. Не лишним будет напомнить, что вы можете научиться работать с собой, вы можете научиться работать со своими близкими, и вы можете научиться работать с клиентами, например, и огромное количество людей будет счастливы заплатить вам хорошие деньги, чтобы у них была красивая, молодая, гладкая кожа. У меня есть целый курс про то, как сделать кожу упругой, молодой и красивой. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на курс «Лицо», «Сияние молодости» и сохраните свою красоту на долгие годы. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Пусть как можно больше людей узнает, как полезно праздновать Новый год, варите холодец, ешьте апельсины и танцуйте на здоровье. А если даже для таких простых действий вам не хватает энергии и настроения, обязательно смотрите мой ролик про кортизол. Там я рассказываю о том, что апатия, низкая энергия, желание все время есть – это не ваша вина. У вас просто высокий уровень кортизола. И его можно снизить. Будьте активны и здоровы!